Окей, всем здорово, чуваки. Вы на канале Юджи, и сегодня у нас вами любимый Бравл Старс. Вы так ждали, вы так просили, вы очень много писали, когда же. И вот, наконец, я решил снять целый часовой ролик, поэтому запасайтесь печеньками, готовьте себе чаечек, короче, кайфуйте, и мы начнем нашу игру с открытием мега ящика. Надеюсь, все пройдет как по маслу. Музыку будем слушать на фоне Бравл Старсовскую, стандартную, потому что за авторские права не хочется получать по шапке. Поехали, открываем ящик. Так, 483 монеты и больше ничего. Я думал, будет как-то пожирнее. Что у нас по квестам? По квестам у нас надо катку за пенни выиграть. Ну, вот это мы, наверное, и сделаем. Какие у нас тут режимы? Победи врага, тыры-пыры. Давайте, наверное, мы начнем играть с нового режима. Это мой любимый столкновение. Это очень крутой режим, потому что наконец-то дают звезды за убийство. Я очень давно этого ждал. Сорян. Так, я очень давно этого ждал, потому что мне действительно нравится, когда тебя поощряют звездами за убийство каких-нибудь челиков. Опа. Так, он мне может накидать, и довольно не слабо. Это вот чисто динамайковский динамит какой-то. Так, вроде чисто пусто, можно идти. Так, тут тоже надо проверить. Хорошо. О, здесь у нас что-то есть. Сейчас будем рикошетить. Очень красиво бить Леончика. Дениску Леончика быстренько оформляем. Вот у нас пытается прогревать. Хорошо. Пушку, наверное, сюда. Если Леончик подбегает, мы ее взрываем. Будем ждать. Опа, а вот и Леончик бежит. Оформили пацана. Пушку взрывать не пришлось. Если что, на всякий можно. Так, хорошо. Надо подсвечивать. Тупо, чтобы замесик был хороший. Отлично. Вот у нас тут пенни, которая совершенно бестолковая. Наверное, поставим пушку в центр. И будем ее гонять туда-сюда. Ей будет невыгодно бегать там-сям. Вот так вот, хорошо. Отлично, она сама себя убила. Поэтому поставим ей дизлайк. За такую плохую игру, конечно же. Так. Сейчас Шелли прогоним. Хорошо, Шелли убрали. У нас есть Вольт. Вероятнее всего, он может к нам прыгнуть. Такое бывает. Лучше сюда пушку поставим. И будем прогревать вот здесь Вольта. Пусть прыгает. Хочется, пусть прыгает. А он может этого сделать, я напоминаю. Опа, отлично. Хорошо. И он здесь. Ну, почти, почти угадал. Ну, вот пушка сделала свою грязную работу. Не успел Вальту поставить дизлайк. Ничего страшного. Зато мы взяли 20 трофеев, чуваки. В смысле победы. 10 плюс 10. Я что, всех 10-рых, что ли, убил? Если это так, то ну это круто. Это просто мега круто. Так. Запустим еще одну каточку. Ну, мне дюжа понравилось просто. Мне прям очень понравилось. Так, спайк. Спайки приятные ребята, когда хотят драться. Когда спайк убегает, то не очень приятно. Потому что я не могу набить его колючую моську. Так, вот это противный молодой человек, но убивать его тоже приятно. Вот и спайк. Лови, дорогусик. Лови, мой хороший. Опа. Олежка. Олежка, надо в школу ходить. В такое время не играть. А то есть спать надо перед школой. Ну, вы поняли, короче. Что-то Олежка за кактусом в меня даже особо и не попадает толком. Поэтому плохой он кактус. Это сразу чувствуется. Так, Эмс. На ближних расстояниях Эмс не чувствуется. Опа. Так, ну, короче, прогнали мы СТВ.
СТУ, как он там? СТС. Уровень юмора, бог. Олежка. Так, Олежка не хочет ни уроки делать, целый день играет в Брабл Стаса. Ну давай, Олежка, лови. Получаешь по шапке, Олежка. Так. Сейчас, наверное, получит Виктория по шапке. Опять пушка, опять грязная работа, но вы поняли. Ай-яй-яй, вот это я очень опасно встал сюда, и у меня есть проблемы некоторые. Вот это хорошо, что она задамажила, но у меня очень мало хп. Так, у меня, кстати, побед 0. Вот это да. Ну, плюс 2 трофея, это к счастью. Не минус 2 трофея, но за поражение минус 2, поэтому чисто в нулину сыграл. Лучше бы не играл, как поняли. Ладно, разогрелись, отлично. Следующий персонаж у нас кто? Сыграй в команде 5 раз, сори. Я без команды. Так, выиграю, вот это хорошая тема. И выиграть с Эндиком. Надо выиграть с Эндиком. Исцелить здоровье Покичем. Вот, наверное, возьмем Покича. Так, что у нас тут есть? Лечить союзников. И тут, наверное, да. Вот мы изи выполним вот эту всю тему. И пойдем на звезды. Пока недоступны. Что у меня есть прикида? Стандартный. И Покастар. Не, Покастар топовый, конечно. Можно поиграть. Если тебе нравится этот, так сказать, часовой крутой видос, в который я безумно стараюсь. Это вы не представляете, сколько это труда. Даже надо включить ОБС-ку и еще играть. Вот. Я очень надеюсь, что вы оцените этот видосик по достоинству лайком. Так. Или надо было лечить его просто так, что я не сделал. Ну ладно, зато хоть катку выиграем. Это по дефолту. Отлично, вау. Чики-бомбони. Сюда, на, крюканчик. Так, хорошо. Роза уже каленая. У нас чел хорошо попадает по ним. Так, давай сюда. Мы чисто фуловые, на фуловичах выходим. Так, я не знаю, можно ли играть на компьютере в Brawl Stars, но я, если что, играю, конечно же, на планшете, на андроиде. У меня андроид-планшет. Так, и вот это вот наказать надо. Хорошо. Ой, не успел подлечиться. Ну, ничего страшного. Конечно же, это все бывает. Это все бывает. Да-да-да. А, я еще ульту дал. Запутался в планшете, так сказать. О, панцы, что вытворяется. Вот это скиллушка. Ой. Слушай, действительно, пузырем меня убило, как хотела. Ладно, хватит прибедняться, хватит приколдесов. Пойдем драться, чуваки. Все, лечить пацанов. Тупо лечить. Тупо хилять. Хилимся, живем. Все, я все сделал. Поплачем за проигрыш противников. Так, хорошо. Дал хил. Отлично. Не, ну все, они нулевые. Они тут нулевые. 25-21. Ну, мы победили. Они пошли бить меня, потому что я перевернул игру и стал звездным игроком. Вот такие дела бывают. Исцели здоровье. Не, слушай, круто. Круто. Обычно, когда играю такой режим, выхожу в меню и потом опять запускаю. Не знаю, почему я это делаю. Если ты делаешь так же, то напиши об этом мне в комментарии. Мне кажется, так лучше игроков подбирает. Ой, погоди, а это не та ли Роза, которая была? Бориска, сосиска. Он, не он? Интересно, кто это? Ой-ой, не успел подхилять. Ну, бывает, чё. Хороший Карл. Чувствует дистанцию. Действительно, чувствую дистанцию. Так, надо нашу Розу подхилять. Вот так вот делаем. И на разворотычах уже Розу их забираем. Ай-яй-яй. Так, надеюсь, я выживу. Нет, я не выжил. Слишком мощная башка Тика была. 6-8 мы пока проигрываем. Надо забирать лидерство.
Курбан Байран, да, или как там правильно? Сюдака, розу подхилять, фуловенький, отлично. Курбанчику дадим. Сейчас, конечно, у курбанчика будут некие проблемы. Но курбанчик будет фуловенький у меня. Чисто в два клика, в два счета. Так, хорошо, курбанчик воюй. Кстати, я не знаю, что у курбанчика за перс. Честно, я еще не ознакомлен с новым сетом персонажей. Ну, я давно не играл. Сами понимаете, сколько меня не было в онлайне. Сколько еще не будет. Молитесь, чтобы я был чаще. Так. Хорошо. Вот сейчас розу отхилять срочно. Не, если вам нравится, как я катаю, то пожалуйста, конечно. Опанце. Гуччи флип-флап. Сюда. Хорошо. Ты хочешь убить меня, я тебя сам убью. Как говорится, ты хочешь меня тра, да я тебя сам тра. Что это я за слово сказал? Не пишите в комментарии, не надо. YouTube такое не любит, поэтому мы будем соблюдать цензуру, разумеется. Это очень важно. 22, 23, да ты чё? О, мы побеждаем, ура. Еще, еще один, давай. Ай, почти убил. Ладно, поплачем, мы все равно победили. Бориска, сосиска, красавчик. Давайте заценим, это Бориска был против нас в прошлый раз или нет. Данные боя. Так, сейчас с нами Бориска против нас. Нет, Росос был. Ну, он и сделал свой Росос нам. Обычный ящик откроем, надеюсь, перс выпадет. Ну, почти. О, 20 гемов у нас чисто на дорожке сейчас будет валяться. Так что сделаем красиво. О, тут еще столкновение надо. Блин, хочется все. Реально хочется все. Хочется все забрать. Так, какие у нас тут персы есть? Блин, сколько с Бравл Старсом, с Бравл Пасом. Очень много плюшек валяется, очень быстро можно нафармить. И забрать себе, так сказать, много плюшек, которые в нем есть. Надо гемчики только. Нужны гемчики, а гемчики добываем с помощью, конечно, звезд. Так, ладно. Это, конечно, всем понятно. Я вот не знаю, кем сыграть, у меня на выбор очень много персонажей, и этот режим надо добить, и еще надо добить основной режим. Короче, хочется все, хочется по чуть-чуть, но надо выбирать, надо расставлять приоритеты. В принципе, у нас впереди еще, ну, 50-48 минут, чуваки, даже больше, может быть. Так, поэтому я думаю, Карлетка, кто еще? Надо каких-нибудь дубль персонажей. Ну, Пэмка я не очень хочу играть. Реально, Пэмка, но это не мое. Пэмка не мое, поэтому давайте, наверное, возьмем. Все, я выбрал Сэнди. И мы идем добивать на звезды в Царь Горы за Сэнди. Тут такой большой, небольшой перерыв был. Сейчас будем добивать. Базуки вам в камеру. Чтобы не расслаблялись, чтобы качались. Ладно, это бесполезное дело, качалка, чуваки, не надо качаться. Лучше пейте блейзер, шучу. Так, а я забыл вообще смысл своего персонажа. А что у меня? А, вот это я в сон отправляю с удара, вот это прикольно. Это можно тупо челиков обезвредить. Вот, и тупо им напихать сейчас. Конечно, я умер, но я забрал двоих типов, и это хорошо, наверное. Так. О, сейчас будет весело. Так, одного забрал, хорошо. Джин меня забирает тоже в ответ. Но они как-то посильнее, если честно. Вот этого молодого можно. Мне нравится в сон отправлять, это круто очень. Опа. Здесь челики справятся. Так, жалко, я не успел ульту дать, я сейчас дам. Мы пока немножко проигрываем, но давайте. Надо занять нам вот эту центровину. Хорошо. Отлично. Вот эта пушечка была.
Неприятный персонаж вот этот, который пускает мыльные пузыри, или что он там пускает, я не знаю. А тут еще и джин присосет. Призовет, притянет. Так, 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 так. Оу, щит. Оу, щит. Тут щит. 18, 18. Ну, имхана, конечно. Почему? Да потому что... Потому что... Тихо жить, жить. Тихо жить. Очень жить, хорошо жить. Отлично. Лайк. Лайк за этот раунд. Я тут звездный игрок. Я, конечно... Не заслужил бы этого звания, у меня всего 300 трофеев, но, ребят, давно не играл. Так, не люблю играть в команде, потому что следующие соперники, как правило, подбираются гораздо сильнее, чем предыдущие. Это тоже закономерность, которую следует знать, поэтому лучше каждый раз с новыми, с рандомами, так сказать. Потому что, как правило, против тебя также будут попадаться рандомы. Ай-яй, плохо очень. Накидал на нас. А мы так можем подставить своих тиммейтов. Хорошо, вот так дадим. Пусть он думает, что я вернулся сюда. И пусть фришоты делает. Пусть простреливает. Так, я минус, конечно. У нас есть еще один сон. Наверное, оставим его. Блин, мне нравится гаджет Сэндика. Конечно, очень крутой. Реально. Так, чела надо спасать. Не знаю, зачем я сон потратил. Ну, бывает. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это я некрасиво встал. Хорошо, сюда дам. Вот тут будем стоять. Тут есть где прикрыться. Тут есть где... спрятаться. Все, можно сюда встать. Опа. Я думаю, вряд ли он нас убьет. Отлично, отлично. Пока выигрываем по очкам. Самое главное, мне не умирать. Это самое главное, конечно, то, что у меня больше всех звезд. Вот сюда дадим Vision. Anti-Vision, наверное. Хорошо, отлично. Вот, это для меня уже. Это уже для меня давно было пора. Конечно, сейчас за мной пойдут молодые люди. Но не тут-то было. Все, очень хорошо. Под себя и вот так. 28-21. Не, мы красавцы, конечно. Команда топовая, я звездный игрок. Если да, с вас лайк. Ну, конечно, чуваки. Конечно, лайкосик, изи вин. Вот, очередная каточка. В принципе, так и двигаемся. Сколько у меня трофеев? 19 трофеев, ты представляешь? 19 тысяч трофеев, а давай... попробуем. Сейчас 20 гемов забираем. Ой, как, смотри, любуйся пока. Как они красиво выглядят. Ну, нет, это прекрасно. Это просто, это божественно. Тут даже можно, как бы, вот так вебочку мою выключить и просто любоваться на это чудо. Так, ну это ладно, это все издержки. Полюбовались и хватит. О май гад. Команда. Моя команда? Собери команду, играй с друзьями. Никогда не собирал. Вот я пригласить, а кого я могу пригласить? А, вот это да, ты представляешь? Можно как-то пригласить в команду. Так, друзья. Меня вон в друзья какие-то ребята кидают. Ты посмотри, сколько запросов. 20 запросов. Я до сих пор на плаву. А, что у меня? А у меня клуб был раньше. Я только не знаю, где мой клуб, если честно. А, вот он клуб. Прикинь. 0 в сети. А сколько вообще всего игроков? В клубе UGSTYLE 31 игрок, ты представляешь? Спустя столько времени АФК. Спустя столько времени отсутствия. Ты чего? Так, хорошо. Не, это супер круто. Это неописуемо круто. Так, за Сэндика надо еще пару раз выиграть. Это весело. Поэтому погнали. Нам нужно добить столкновения. Только я, погоди, не понимаю. Столкновение. Как оно выглядит? Играю одиночное столкновение. А, я понял. Тут можно либо такое, да, играть? Но мне, конечно, вот такое нравится больше. Когда за киллы дают звезды, я всегда любил убивать. Я никогда не любил крысить. Я любил драться. Вот, поэтому сейчас я буду это делать и получать за это награду.
Было, знаете, всегда стрёмно, когда ты в кустах, да, не ты, а твой враг, да, так скажем, твой соперник сидит в кустах. Смотрю, вебка лагает, сори, ребят, ну бывает такое, случается иногда. Вот, когда твой соперник сидит в кустах, это было крайне неприятно. Ты убиваешь всех, занимаешь там, да, второе место, потому что он из кустов выходит и тебя просто убивает в крысу там как-нибудь. У него ни одной банки, ничего нету. Вот. Так, сейчас пока я тут посижу, кое-что сделаю, кое-что активирую. Так. Отлично. Так, все, я в игре. Я в игре. Не думайте, что я сидел в кустах и ждал чего-то там. Не знаю. Глупец тот, кто пойдет со мной драться. А вот и глупец, в принципе. У него был один выбор — убежать. Я просто его заморозил и не бил. То, что я дал ему подумать, что ему нужно бежать. Он это прекрасно понимал. Он это и делал. Так, это забираем. Аккуратненько сюда встаем. Байрона надо убивать, потому что персонаж крайне неприятный. Так, вот это я, наверное, встрял, да? Ну да, надо было сразу отходить на безопасное расстояние. Этот персонаж у меня есть, который монетами накидывает. Так, ну я, в принципе, опять в минус сыграл, но победил врага тут. Плюс одного. Так, а мне нужна победа. В общем, я сыграл немножко в минус. Поэтому сейчас будем наверстывать. Давай, брабал квас, загружайся скорей. Как вы вообще относитесь к обновам Бравл Старс? Как вам новые персонажи? Напишите мне об этом в ПЖ. Реально интересно услышать ваше мнение. Что же вы на этот счет думаете? Так. Надо тут подхиляться как минимум. Вот сейчас вот будет весело, смотри. Салам алейкум, молодой. Учитесь. Конечно, сразу ставим молодому дизлайк за такое. И идем в бой. Пула поды танки, я лезу в бой. Один из Леончик хочет застилить врага. Так, не дать ему этого сделать. Вот так вот можно красиво прятаться. Ай-яй, ты посмотри, что делает. Конечно же, мы сюда встанем, он об этом прекрасно знает. Так, подожди, надо жить. Очень надо жить аккуратненько. Ну, кто не рискует, тот не пьет. Боржоми, правильно? Правильно. Хорошо. Чуть не попался. Так, тут тоже ходим крайне аккуратно. Вот тут по краю пойдем, по флангу. Очень опасно. Очень опасно, поэтому смотри, кто на нас выезжает. Надо делать так, чтобы он жалел потом об этом. Ну, пацаны просто прижали, потому что они меня боятся, не видят, сколько у меня банок, что я дикий профессионал. Но тут уже плюс 6, и... А, за поражение, по идее, минус 2 дает за поражение. Ну, вот 4 победы. Ну, то есть я, получается, 8 очков апнул, и это хорошо. Действительно круто. Так, победи врага, плюс 2 врага прибавилось побежденных. Точнее, 2 врага убавилось, уж, если на то пошло. Так, вот это да. Так, тихо-тихо-тихо. У него ульта, он накопил ульту, у него ульта быстро копится. Вот, вот тут я немножко не подрасчитал. У меня все-таки откат побольше и минус 5 очков. Ну ладно, сейчас отыграемся. Сэнди, конечно, интересный персонаж, но быстро надоедает. Но убивать им легко. Легендарка, чувствуется преимущество, что персонаж легендарный.
Что-то не хочет игрушка грузиться. Точнее, игрушка-то грузится, а вот противники что-то не находятся. Так где они находятся тогда, эти противники? Если не в игре. Неужели не спать пошли? Неужели поумнели? Так, смело забираем. Так, мистер Венси. Ну вот за ним можно охоту устроить. Ах ты, обманул нас. Я считай, сон потратил. Кстати, сон очень хорошо кидать на прыгающего молодого Эдгара. Так, вот тут можно встать аккуратненько. Ай, пропалил нас. Так, сюда будет простреливать, я знаю. Поэтому лучше не лезть на рожон. Слушайте, опасно практически. Ай, что я сделал? Надо было уходить. Все-таки не с тем я дерусь. Так, опять минус 2 очка. Ладно, пока от Сэндик отдохнем. А у меня еще код команды тут стоит. Понятно. Так, Биа. Биа весело, безусловно. Так, выиграть еще 4 раза в режиме наград за поимку. Щит. Ну, погнали. Погнали, выиграем. Это как раз выиграй розой. Выиграй спраутом. Давай, наверное, возьмем как раз-таки розу. Да? А нет, наверное, с эндиком добьем. Как раз лутануть монеты, действительно. Надо так и сделать. Я ж пришел охотиться за монетами. Монетный хантер, так сказать. Поэтому погнали. Так, ладно, тогда сначала сразу усыпим пацанов. Усыпим бдительность, так сказать. Блин, вот этим гаджетом очень хорошо Фрэнка додосить. Он не сможет прокастовать, он потеряет ульт, я так понимаю. Хорошо, вот сюда кинем. И понеслась. Так, пацана бы я не спас никаким образом. Так, хорошо. Прогрел, по крайней мере. Выиграл территорию. Хорошо. Сюда-ка. Отлично. Вот, пацаны прикроют. Не знаю, что творит Кольт. Но они, видимо, первые левела какие-то не соображают, ребята. Хотя, казалось бы... Кто в Бравл Старсе не соображает, да? Но если у чела кольт не вкачанный, значит он практически впервые в этой игре. Отлично. Опа. Ричи делает. Медведи вообще на все плевать. Класс. Люблю эту игру. Это действительно достойная игра Бравл Старс. Как бы с постеронией к ней не относились, но это достойная игрушка, которая в принципе... На мобильнике вышла даже на компы. И она интересна на компе. Это значит, что эта игра достойна. Поистине. Так, хорошо. Медведь. Убить. Слушайте, у них, несмотря на то, что они лоу-скиллы у противников, у них есть 20 поинтов. 20 звезд. Это тоже что-то значит. Так, ну-ка. Не, пацаны у нас, конечно, молодцы. Я звездный игрок, я угадал? Да. Вот это круто. Осталось еще 3 катки. И там получается. Где? Сейчас, где? Математические способности. 2 катки или 3? Сколько каток? Я просто не знаю, там пишется плюс 1. Оно уже посчиталось или еще нет? Так, ну что, готовы? Let's go, крокозяблы. Побеждать. Не попал, прикинь. Зато в меня попали нормально. Чел по любасу с ультой. Сейчас будет закидывать картами. Я этого чела называю гамбит. Я не знаю, как он поистине называется. Ну, гамбит, типа карты, все дела. Похоже, нет? Как этот из Марвела, если кто знает. Хорошо, убили. Вот это хорошо. Вот теперь можно уходить.
Отлично. Ну, 7 на 4. Это круто, правда. Так, надо спасать. Так, лучше, наверное, по этой штуке погулять, чем получить пару втык. Надо отвлечь на себя внимание немного. Хотя... Там чела давит сильно. Я не дотягиваюсь. Физически не дотягиваюсь. Надо периферийным зрением смотреть их гасить, потому что опасные ребята. Так, вот так вот встанем красиво, аккуратненько. Опять на себя отвлекаем. Лушка нормально пробивает. Я думаю, его сейчас убьют, да? О, 25, 27-11, ребят. Что-то я даже не обращал внимания. Вот эти соперники, мне кажется, пожестче, чем прошлые. Но, тем не менее, они проигрывают, прикиньте. И такое бывает. По ощущению, вот чисто разные ощущения. Вот эти соперники реально пободрее прошлых. Но почему-то они с таким треском за ушами проигрывают. Прям хз даже. Все, ставим им, конечно, дизлайк. Не, на самом деле они и лайк заслужили. Вот. Так, 6 плюс 1. Получается, можно брать следующего перса. И выиграть бой еще сколько раз. Пойдем посмотрим, сколько нам раз осталось. Так, да, надо еще два раза выиграть, получается. Так, ну, в принципе, мне нравится персонаж Бия. Мощный перс. Вообще обожаю. Кто мне еще нравится? Ну, из предложенных не, особо никто. Можно Масю взять. Но лучше Бия. Лучше Бия. Можно по фасту монетки забрать. Большой ящик. Давайте, конечно, помолимся. Что нам выпадет что-то? Конечно, нет. Потому что мне уже выпало. У меня есть, вот он, Гриф. У меня есть Мистер Пи. У меня есть Байрон. Если кто не застал. Кто у меня тут еще есть? Так. Леончик, Гавс. Это нормально. СТУ. Белль есть, между прочим. Воль, Динамайк, Эдгар. Так, ну это классика. Вот у меня чего нет. Все остальное есть, это круто. Белль мне нравится, Белль мощный перс. Я бы Белль вкачал, на ней можно веселые штуки творить. Гавс у меня вкачанный. В принципе, у меня много персов вкачано. Лу, классный чел. Лу, классный чел. У него гаджет, звездная сила. Можно его сейчас вкачать. Пусть на него что-нибудь выпадает, наверное. Или не его. Байрон, Сэнди. Блин, такие все классные персы. Ладно, будем по чуть-чуть улучшать. Хочется, конечно, всех, но всех понемногу тоже можно сделать. Так. Гейла, может быть. У меня Шелли до сих пор не вкачана, между прочим. Так, ладно, хорошо. Биби. Так, Биби, Фрэнк. О, Леона надо улучшать, прикинь. Окей, погнали. Царь горы. За Бия. Я не знаю, нормально ли это выбор или нет. Была, не была, так сказать. Ну, конечно, не была, правильно? Ой-ой, ну мог попасть. Если бы первый шот попал, то второй бы добил. Вот он, заряженный, хороший. Я же сказал, мощно, правда? Ай-яй. Ну, так и меня тут загасят. Вон, Динамайк загасил, но главное, что за меня Леончик отомстил. То есть меня Динамайк убил, взял за меня звезду. А Леон ее подобрал, считай, мою звезду. Я минус, да, сразу? Нет, нормально. Наверное, подхиляюсь. У меня еще медок есть, липучка. Вот так вот сделаем, замедлим их. Ай-яй-яй, хорош. Видали, какая пушечка? От головы Тика выжить это многого стоит. Не, ну конечно, за стены будет закидывать ему. Не варик лезть на меня. Так, сделаем.
красиво. И вот так сделаем. Хорошо. Нафармили немножко ребят. О, за мной кто-то наблюдает, кстати. Пусть врезается чисто в эту штуку. Нормально она доджит, если что. Хорошо, зацепил. Так, мимо. Это плохой был. Вот так вот сделаем. Ай, меня убили. Слушай, блин, много отдал, наверное, звезд. Не, ну это круто. Отправим смайлик Био, покажем, что мы в теме, мы в тренде. Тренде Brawl Stars. Все-таки он меня кокнул. Ну, я лучший игрок, это круто. Плюс 7 за раунд, чел. Плюс 7. Это, грубо говоря, 4 раунда и изи выполнил. Это классно. Так, кто у меня есть друзья в онлайне какие-нибудь? Кого я могу позвать сюда? Никого. Ну, кто-то за мной смотрел. Кто-то за мной наблюдал. Ладно. Нет так нет. Бывает всякое. Сори, чел, залагаю еще вебку. Я до сих пор не добрались руки до веб-камеры. Пока я не стримил. Как таковой нужды не было. Вот, ну, сейчас, возможно, она появилась. Блин, Фрэнк жирный. Фрэнк хорошо прогревает. Вот Фрэнка сложно будет убивать. Поэтому надо сейчас перетерпеть немножко. Терпеть это так по-русски, если честно. Хорошо, не дал раскастоваться ему. Чисто спраута на минус хотел. Не получилось. 7-9. Пока, в принципе, не сильно. А вот 7-11, уже все. Это уже неприятничи начинаются. Так, хорошо. Блин, пайпа опасно. Пайпа это очень опасно. Так, ну немножко прогрел ее. Можно с ульты залететь сюда. Вот так вот сделаю. Ай-яй. Немножко Фрэнк зарешал. Но я неправильно сделал, что за пайпой начал охотиться. Вижу, что не ульта. И начинаю глупости заниматься. Спраут тоже опасный. Очень контрит на расстоянии из-за стены. Ой. Ну вот, да. Спраут добирает просто. Ладно. Все. Юзаем читы, применяем тактику про. В скобочках читов нету. Не, без шансов, реально. У нас Нита нулевая, это во-первых. А во-вторых, что у нас там еще за чел в команде? А, Покич. Ну, я его не чувствую. Покича не чувствую. С хорошей стороны не почувствовал его. Ну, ладно. Дизлайк нашим. Бывает. Без поражений не бывает побед. Плюс 4 за поражение. Это круто, ребят. Мне Био, в принципе, нравится. У них просто хороший контрпик был. Толстые персонажи, которые довольно живучие. Все, моя задача зарешать. Опа. Все, цель есть. Ай-яй, прикинь, в стену ударил. О-о-о. Не, ну это уже все. Это уже галики начались. Сейчас он, конечно же, может. Нет, все-таки вот такие мувы, вот так вот выходить из-за стены, нет, не стоит. Не на этом персонаже, слишком тонкий для такого. Крайне тонкий. Ладно, своего я забрал хотя бы немножко. Опасно, очень опасно, очень толстый. Не люблю толстых персонажей, с ними невозможно воевать. Вот за дальников, за хрупких. Если толстый дальник, ну 8 бит он. К
конечно, решает. Вот так сделаем, наверное. Надо хиляться. Очень часто надо хиляться. Нужно контролировать хил. Я убил, меня убили. То есть такое. Но никаких дезмораличей. 11-14 при таком раскладе. Это тоже очень круто. Угу. Короче, все силы их в одного меня. Но они меня чувствуют, понятное дело. Это кто такой? А, я понял, новый перс. Слушай, жесткий. Это я только робота ей сломаю, да, получается? Ну, жестко. Конечно, круто. Но в конце опять, да, опять поражение. Такое бывает. Надо пойти попробовать в соляк сыграть. Я не понимаю, а что тут? Столкновение, а тут у нас что? А, тут парни еще. Понятно. Так, уже прошло 40 минут видоса. Я надеюсь, ты до сих пор здесь. Я надеюсь, тебе нравится, что я удерживаю твое внимание. Ты кайфуешь от этой игры. Кайфуешь от комментариев. Самое главное для меня, как для ютабера. Надеюсь, что я не нуб, и я могу чему-то научить. Опа, минус спайк. Ну, я говорю, спайки это, ну, разочарование сплошное. Опа, вот тут у нас молодой сидит, челгобречик. Ну, давай. А, ну, давай. Так, он два выстрела потратил во все это дело. Угу. Так, ну сейчас мне может это обернуться кое-чем. Если тогда не забрал, то сейчас даже пытаться не стоит. Особенно если он бочку накопит, то вообще не мое. Поэтому аккуратненько вот здесь встанем, скорее всего. Может, кого-то подождем, кого-то подловим. Как-то так. Не, ну тут конкретный problems. Типа покажу ему, что я здесь. Вот. Ай. Случайно мискликнул. Надо было этот удар держать. Так, хорошо. Вот тут вот, если что, и раскастуемся. Сейчас придется переждать. Не то чтобы я крыса, но приходится ждать. Потому что нету банок. Персонаж довольно сложный. Плюс я еще слился. О, тут у нас еще молодой. Вот это я зря, конечно, сделал. Ну ладно. Ладно. Тут уже такое. За поражение минус 2. За победу плюс 5. Итого. Ну, короче, нормально. 5 поинтов я заработал, победил врага. Тут, кстати, сложнее набирать врагов. Так что для миссии используйте какие-нибудь командные режимы, где враги спавнятся по КД, да и вы тоже. То, что вас убьют, а вы продолжаете потом убивать. Можете играть, это же хорошо. Но командные режимы, конечно, лучше с друзьями, потому что неинтересно одному долго играть. Вот сейчас 43 минуты прошло. Я не то, чтобы мне скучно, но хочется какой-то уже движухи. Хочется командной работы. Это веселее, это динамичней. Оп, все. Так, ладно. Блин, еще не цепанул Биби разве? Надо вот эту вот штуку разбивать. А, лол. Перепутал с гаджетом. Типа, который ставится. Я думал, там в центровине что-то есть. Сердечки летают. Красиво? Красиво. У меня что-то прицел сбился немножко. Ну, что мне делать? Я показал ему, что я слабак.
что я не попадаю. Он думает, все, я взял верх над ним, я крутой. Он не очень. Он не попадает от слова совсем. Я его сейчас убью. Вот он. Сейчас. Это ошибка. О, нет, это не ошибка. Погоди, опасно воевать с ним. Мне очень его жаль, он очень надеялся, что у него получится, к сожалению, к его большому сожалению, у него ничего не получилось. А у меня, да. У меня все кайфули. Не, ну, в принципе, плюс 2 и 3 место, это уже хорошо. Это уже кайфули. Опа, и опа. Ты представляешь, что можно делать? Может быть, стоит вот сделать так? Ай-яй. Опасно. Не, ну тут я уже ГГ. Тут я ГГ. Невозможно на ближней дистанции попробовать убить Биби. Она имбовая. Имбовый персонаж. Слишком быстрая, слишком сильная, слишком толстая. В общем, критериев много. Этот режим, по крайней мере, эта карта довольно сложная для био, поэтому нужно добить либо на горячей зоне. О, давай на горячей зоне, реально. Может, тут веселее будет. Био крутой персонаж. Вот мне нравится Пайпер, био такие интересные персы. Перцы. Ай-яй, ну убили. Ну да, ну нас всех тут вынесли. У них сильная тима. Динамайка. Надо Динадеда взять, я вам покажу, как на нем играть надо. Блин, ну Unreal. Unreal вот убивать какую-нибудь Тару, когда ты ее с двух выстрелов не убиваешь. А смысл тогда какой, да? Ей типа изи проказ дать в тебя. Ну, а на контре. Тара это имба. Тара имбовый перс. Реально сильный, чересчур. Я сам играл на Таре на другом аккаунте. Друг давал, так сказать. И я понял, что Тара это просто неинтересный персонаж. Мне не нравится. Даже Вольт не такой имбовый, как Тара, если уж на то пошло. Хотя у него свой ТП есть там и так далее. Но... Ребята, чересчур сильные, конечно. Мега сильный тимпик. Хорошо. Хорошо, но в скобочках не очень. Поставлю защиту, липучку. Она фармит. Она забирает. Ну, такое. Поставлю дизлайк их команде. За имбопик. Мне кажется, они в тиме прям играют. Так, опять я в какой-то команде нахожусь непонятной. Мне почему-то вот кажется реально, что они в тиме играют. Потому что вот видно, вот прям концентрация имбы. Вольт, Тара и Биби. Ну, на каждую имбу есть свой контрпик хороший, причем. Если играть в команде, то... имбы никакой не существует. Любая имба очень легко контрится, если вы играете в тиме. Именно тактика, логика, расчет, холодный расчет. Опа, нормально он увернулся. Так, у нас тоже Динадед есть, который тоже может раздавать. Я на это надеюсь, по крайней мере. Вот так сделаем. Отпугнем их. Оп, зря он вылез. Он только мне звездочку синюю подарил. Принес, так сказать. Хорошо. Ай-яй. Главное, чтобы меня сейчас не бацнуло. Отлично. В принципе, уворачиваться не так сложно. В прямом проходе поймал. Накинул немножко.
Мне сложнее, чем ему, конечно. Он контролирует и дистанцию тут, и проходы. У меня есть дальность. Не супер моментально, но стреляю. Все, меня поймали. А, мы еще в плюсе, прикиньте. До сих пор в плюсе. Ай-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, это надолго. Так, 15-13. Еще живем. Главное продержаться, не умереть. 15-15. Ничья. Добавочного времени не было. Погоди, почему поражение? А, у них синяя звезда. Лол. Вот как они решили этот вопрос. С добавочным временем. 497. Так, это круто, ладно. Хочется взять какого-нибудь достойного персонажа, на котором я действительно сам хочу поиграть. Кто это у нас тут есть? Барли. О, Динодед, я обещал. Я сыграю на нем сейчас. Так, тяжелый ранец. Угу, оглушаем врагов. Ну и тут Динопрыжок, наверное, возьмем. Лучше с ним, чем без него. Ну, погнали на Царь Горы. Все. Вот так вот будем это делать. Контролировать дистейшн. Главное, я сам на их поляну выхожу драться. Так, ну тут мы помешаем фармиться чуваку. Просто контролировать дистанцию. Вот сейчас чел может в меня закинуть. Чел в кого угодно может закинуть. Я про Брока говорю сейчас. Надо им баррикады сломать. Блин, хотел под себя динамит кинуть. Ну ладно. Так, у нас оглушающий есть. Вот сюда дадим. Вот так вот, наверное. Окей, хорошо, отлично. Хорошо, отлично. Так, не умереть бы. Подхиляться срочно. Ладно, это был плохой бросок. Не рассчитал. Держим дистанцию. Пусть боятся. Брок начал типа грамотнее играть, так как они без баррикад пытаются перетянуться к нам. Птицу убил. Отлично. Ай-яй-яй, оглушила. Оглушила меня. Очень неплохо. Все супер, пупер, победа за деда. Не так, чтобы профи, но забрал 500 очков. Это значит, что открываем сундук, наверное, да? Я не знаю, что там будет сейчас. Да, ящик обычный. Может быть, что-то выпадет. Нет, как всегда, ничего. Так, можно добить столкновения, наконец. За деда в соло весело играть. Вот именно в соло. Такой персонаж, если действительно соблюдать тайминги, это прям имба. Ну, прям вот в хорошем смысле имба. Это вот... Можно даже ближников наказывать. Хорошо. Даже, в принципе, и Нани не страшен. Хотя Нани всегда страшен. Почти, почти. Такое бывает. Опа, вон, Нани закинул. Крученый. Ну да, как я и сказал, Нани всегда страшен.
На ней критически сильный персонаж. Отгадайте, что за суперсильный персонаж в игре? Четыре буквы, первое И. Последние три МБА. Как называется? Ах ты негодник какой. Что я сделал? Не, ну это автоатака была. Тут бесполезно. Надо разыграться. Не все так сразу. Вот Барли хороший персонаж. Мой любимый раньше был. На нем очень долго разыгрывался. Мог чисто 100 очков слить. Потом только 50 поднять. Я 50 поднимал, уже отдыхать шел. Потому что когда сливаешь 100 очков, очень сильно устаешь. Ой-ой. Я надеюсь, тут никого, если честно. Приходится немного в наглую играть. Вот так, бац. Чтоб не... Чтоб боялся. Это что, он показал, типа, я тебя трогать не буду? Давай, я тебя буду. Какой-то он немножко неадекват. И этот тоже. Ну, био понятно. Так, ладно. За деда немножко не сегодня не прет. Вольт. Ну, вольт. Вольт, это все понятно, что будет. Давай попробуем. Столкновение убежища добьем уже. Сейчас пару карточек еще скатанем. И можно, в принципе, продолжать жизнь. Я пойду спать. А у вас только утро. Главное стартануть раньше. Он меня даже не задел. Он не ожидал. Потому что эффект неожиданности был за мной. Несмотря на то, что анимация прыжка, еще что-то. Несмотря на все это. О, побед, погоди. Плюс 2? В смысле плюс 2? Что значит плюс 2? Ах ты какая. Подхиляться. Так не лезть. Вольт сильный, но хиляться надо. Не стоит забывать, что хил никто не отменял. Хорошо. Вот так вот. Тоже эффект неожиданности. Все. Она была слаба. Она была слаба, когда летела на меня. Это плюс изи две тычки напрямую. Это прям очень легко еще раз, конечно, сыграть. Как я говорил, пару каточек, потому что это нужно для закрепления результата. Рот тут 20к. Набираем 20к трофеев. Ой, изи ящик. Вот эти мне нравятся. Сразу возрождаешься, и вот тебе изи фарм. Мега круто. Так. Мальчик сюда-ка. А, ну ладно. Хотел немножко на него, но, наверное... Очень хорошо, что игра меня не кинула к нему, а наоборот, от него подальше. Он сильный. Рико сильный персонаж. В хорошем смысле сильный. Он сложный. Так. У нас, короче, враги. Хиляемся. И, я так понял, между собой не особо воюют. Рико пытается крайне грамотно действовать. Так, у Рико, кажется... Совершенно нет зарядов. А вот и есть. Аккуратненько его так подбираем. А вон и Эдгар. Эдгар. Мальчик, come here. Иди сюда.
Ну, Эдгар улетит. 100%. На нас ему нет смысла идти. Вот сейчас начинается игра. Ни туда, ни сюда, Эдгар. О, смотри, щит какой-то включил. Опа. Это я подпрыгнул, и туда бочка снаряд кинула. Неожиданно. Ладно. Ну, зато... Зато плюс один то, что нужен был. А, я, не, погоди, я два убил. Короче, красиво, да. Довольно круто. Плюс 22 трофея. За пару каток всего. Ну, это мощь. Это мощь. Можно сразу тупо два ящика лутануть к 20к. Еще очень много ящиков. Еще очень много персонажей из них может выпасть. Короче, нормально. Так, ну и напоследок. Конечно, напоследок нужно выбрать какого-нибудь весельчака и уже показать действительно ластовскую мощную каточку. Так, я хочу выбрать Бо. Бо — это вещь. Бо — это сила. Так, растяжка. Так, хорошо, растяжка — вещь классная. Так, погоди, столкновение. Я не это, я вот это. Да, все. Блин, ролик будет пушечный. Ролик будет пушечный, конечно. Супер-мега-пушечный. Так, но тут я больше набил ульту, нежели... Слушай, очень много фрэнков. Что-то как-то неприлично много фрэнков на эту игру. Конечно, все понимаю, но... Что-то их слишком много. Так, немного заавтоатачил. Этого делать не надо. Что-то Макс, походу, масштабов не понимает. О, мы-то через траву видим. Я говорю, Макс, походу, ни масштабов, ни габаритов не ощущает. Нам нужен кто-нибудь, кто не шарит, что здесь есть растяжки. Вот, в принципе, что я и хотел. Ну, почти, почти. Почти. В принципе, плюс 2 забрал, меня скрысили, потому что боялись. Это хорошо. Это приятно, что меня боятся. Вот, чуваки, такая вот игра получилась. Спасибо каждому, кто досмотрел ролик до этого момента. Это очень важно для канала. Будут еще новые ролики на разные игры, на разные тематики. Поэтому не болеть. Не хворайте, осенняя пора настала, да, крепите здоровье, вот, играйте, побеждайте и, конечно, учитесь в школе на пятерке, если даже не хотите учиться. Ну и если тебе там 30 лет, то ходи на работу и получай зарплату и кайфуй, чувачок. В общем, чтобы каждый был счастлив, типа. Все. Всех обнял, поднял. С вами был Юджи. Всем пока.